рассказать об игре Team Fortress 2. Мои дорогие друзья, я начал играть в нее в 2007 году. То есть мне тогда было 3 года, я почти ничего не понимал, но как-то уже играл. Это была Sega? Нет, это был компьютер. Уже такой. А что за игра? Team Fortress 2. В 2007 эта игра была еще хороша, а сейчас уже не то. Минусы. Очень много внутриигровых предметов, которые вообще бесполезны. Но их покупают очень много людей, спускают на них свои деньги. Там есть предметы, которые стоят по 15, по 20 тысяч рублей. Хотя это просто и кастомизация персонажей. Плюсы. Много игроков. Можно завести новое знакомство. Разнообразие классов. Много разных оружий, которые комбинируя, получая, можно получить новые возможности. Вообще, мое личное мнение, игра уходит в никуда. То есть, я думаю, что она скоро пропадет с этими темпами. Поэтому вы апгрейд отсутствует. Поэтому я думаю, что надо добавлять больше каких-то возможностей, а не просто внутриигровых предметов, которые просто для того, чтобы люди донатили и с помощью этого компания получала деньги. Таким образом? Это ее скоро не станет, просто потому что добавляют только одни предметы, на которые нужны деньги. И она станет неинтересной. Да. Хорошо. И не нужно. Итак,